Здорово, атлеты! С вами Дэнни Монтана. Сегодня мы проведем с вами зверскую тренировку на турнике, и я расскажу, как укрепить связки. Ну а пока заряжаемся глютамином от MyProtein. Глютамин — это очень хорошая аминокислота, которая помогает вам поддерживать иммунитет, которая поднимает гормон роста и помогает быстрее восстанавливаться. Поэтому, кто еще не успел затариться с новогодними скидками, быстрее заходите на сайт MyProtein. По коду MONTANA25 на первую свою покупку вы сэкономите еще 25%, MONTANA20 на все остальные покупки. Поэтому спешите, а мы сейчас отправляемся в зал. Ну что, атлеты, я надеюсь, вы поставили свои цели на 2018 год. Лично у меня одна из моих цели, которые я записал в блокнот, это подтянуться на одной руке 10 раз. Поэтому сегодня моя тренировка будет посвящена подтяганиям на одной руке. И также мы сделаем подтягивание с дополнительным весом и выходы силой. Собственно, я уже размялся, сейчас буду начинать подтягивание и буду делать 90% от максимального количества. То есть, если я делаю раз 6 максимум, ну, буду делать по 5. Погнали! Don't talk, check back, check later. Fuck man, I don't cater. Call 10 times for the waiter. 5, 4, 3, 2, 1, bitch later. I got no play. Say that on my grave. I walk around this place like bitch. I got no fucking way. Y'all say please don't leave, don't let her. Stay so fake from time, no better. Man, I'm Night Lavelle. I walk up through this bitch. She just got wetter. Man, say that one bed never met her. Say about three damn fucks never met her. Say about three damn things I kill like Mike Checker. They all just enemies. They all just enemies. Левая отстает, на левой где-то на 1-2 раза всегда было меньше, поэтому, да. Отдыхаю сейчас, таких у меня будет всего 5 подходов. Постараемся по 5 повторений, но, как показывает практика, количество будет уменьшаться. То есть 4, в конце уже будет по 3 идти. Отдыхаем. Отдых примерно 1-1,5 минуты. Вот, между подходами можно отдохнуть и выпить БЦА. Кстати, вот мой протеин. Арбузовые, зацените, ребят. Неприторные, не сладкие, очень хорошо заходят в ваше здоровье. Ну, насколько вы уже могли заметить, нормального турника у меня в зале нет. Приходится подтягиваться на каких-то рогах. С менеджментом зала я уже разговаривал. Говорю, ребят, поставьте нормальный турник. Ну, возможно, в процессе, когда-нибудь со временем они его поставят. Ну, в общем, ведем переговоры. И поскольку левая рука у меня отстает, я могу делать меньше повторений на ней. Тогда сет следующий я начну именно с левой руки. They all just enemies. I know, I kill a man with so much ease. Juice ain't no damn trendsetter. Look, nigga, lace up my Beretta. I just shot about 10 rounds, don't claim you better. My gang say pass that gay. Bitch, I know you lay. My nigga Dylan Brady, about to take your fucking K. They just some enemies. They just some enemies. They just some enemies. These niggas some enemies. They just some enemies. They just some enemies. They just some enemies. These niggas some enemies. Так вот, друзья, начнем разбирать тему, как укрепить связки. Связки нужно укреплять двумя способами, точнее, двумя методами. Первое – это статическая нагрузка, к примеру, если вы хотите укрепить связки спины, рук, вам нужно висеть на турнике. Как на двух руках, так и на одной руке. Сколько вы сможете висеть, это поможет укрепить связки. Точно так же, например, грудные мышцы, трицепсы, например, в жиме лежа. Берете вес больше, чем вы можете пожать на одном повторении, просто его удерживаете максимально долгое время на удержании. То есть такая статическая нагрузка в разных углах под давлением укрепляет связки. Это первый метод. О втором расскажу дальше. Say I'm
Вот такого рода можно делать микро подтягивания на одной руке, постараться широчайше подтянуть себя, немного развернуть, и это поможет прокачать эту связку, которая отвечает именно за стартовый рывок, за подтягивание, когда вы начинаете стартовать. То есть широчайшую учитесь включать, широчайшую мышцу, когда бум, она пошла. То есть расслаблено, бум, отогли и проворачиваем тело внутрь. Учитесь чувствовать свои мышцы и помогать ими работать. Это поможет как раз связка. Итак, ребята, далее пойдут у нас подтягивания с двадцаткой. Будем работать в 4 подходах, по 15 повторений будем менять хват. Широкий, обратный и нейтральный хват. Поехали. No status, no practice, stay low, never shit shown. Taking steps for the snow, I take your bitch and she know. Moving fast through the glass, never take it. Niggas talk, never walk, then I come straight back to life. Let that shit been dead, steal you down your fucking head. Seen with stats to the racks, I go down with us in the bag. Dumbass nigga with the rocker, fuck around and pop. Итак, ребят, рассматриваем второй метод прокачки связок. Это работа с маленьким весом на большое количество повторений. Например, если нам нужно прокачать связки тех же рук, мы делаем упражнения на большое количество повторений. Это может быть 50, 70, 100 повторений. Например, чтобы укрепить хват, просто берем блин, стараемся его держать. То есть мы защипили пальцами и стараемся его удерживать максимально долго, либо подбрасывать. Так, ребята, еще один очень крутой метод прокачать связки, особенно связки предплечий, кистевые сгибатели. Это работать с дополнительным весом в блоке и делать подкручивание кисти. Я думаю, все вы знаете это упражнение, но я еще дополнительно для вас покажу. Делаем таких упражнений, точнее повторений, пока не станет гореть 20, 30, 40 раз, сколько потащите. Но многоповторка с маленьким весом — это лучшее, что может быть для ваших связок. Попробуйте обязательно. Связки — это половина вашей силы. Запомните, не только мышцы, но еще связки дают силу. Поэтому можно увидеть, как маленький какой-то атлет, например, армрестлер, может побороть вот такого огромного шкафа. Потому что у него связки сильные, а мышц практически нет. Но связки сильнее, чем мышцы того же качка. Поэтому качайте связки, и у вас все будет круто. Будьте сильные и большие. Совмещайте все, делайте смог. Не тащу, уже подустал, предплечья подустали, уже 14 сделал вместо 15, уже забиваются руки широчайшие. Ну, это ведь делает нас сильнее, правильно? Итак, ребята, далее валим 4 подхода выхода с силой, максимально качественно будем делать. У меня это уже будет второй подход, потому что предыдущий моя операторша не сняла, пропустила, так что сейчас я буду делать второй подход, буду делать 5 повторений максимально чисто, максимально качественно. Как только качество начнет портиться, я освобождаю с турника. Погнали.
shit, you call me Picasso. Niggas say that I'm wack though. Fuck a bitch in your Volvo. White meat on my plate though. White sheet to my pedestal. Already done. Fuck you niggas, I'm already done. Already done. Еще, ребята, хотел вам сказать один момент по поводу связок. Смотрите, когда вы тренируетесь, мышцы у вас потом на следующий день болят, правильно? То есть они получают микронадрывы, потом залечиваются, восстанавливаются, и вы становитесь сильнее. Но ни в коем случае не вздумайте надорвать связки, потому что процесс восстановления у вас будет очень и очень долгий. Может занять у вас месяц, два, три, полгода, иногда даже год. Потому что со связками нужно быть очень осторожным. Тренируйтесь с умом и, например, если вы любите играть в армрестлинг, да, любите побороться, не делайте этого, когда у вас связки не готовы, потому что можете просто их надорвать, и потом вы забудете о тренировках на долгое-долгое время. А если вы хотите их прокачать, тогда тренируйтесь. Минимум год у вас должен быть тренировок регулярных для того, чтобы связки укрепить. Тогда можете пробовать. Но, тем не менее, помните, что это опасный вид спорта. Так что я продолжаю свою тренировку. Всем передаю привет из Майами. Спасибо, что смотрите. С вами Дэнни Монтана. Мы будем бомбить чаще, так что, ребят, подписывайтесь и рассказывайте друзьям, потому что у меня ролики будут выходить каждые 3-4 дня. Буду стараться выпускать для вас по 2 ролика в неделю, поэтому с вас подписка, большой палец вверх, и я с вами. До связи. Touch my shit, get cutthroat. Walk by swift with the same note. Nigga, use a lie. Claim you still the guy. I fuck you up so quick and take your motherfucking tie. Saying you should die. Locked up.